Привет, ребята! Вы на канале Недообзор, меня зовут Женя. А в моем прошлом видеоролике я разыгрывал очки виртуальной реальности. Победитель в описании. А сегодня я буду разыгрывать то, что вы выберете, нажав на буковку И в правом верхнем углу. Условия моих конкурсов очень простые, они будут описаны в описании и в конце моего видеоролика. В моем видеоролике 5 крутых посылок до 10 долларов, часть 2, вы видели микроскоп для мобильного телефона. Его сегодня мы и будем обозревать. Он стоит чуть меньше 10 долларов, но я его купил еще дешевле на 7% с помощью кэшбэка. Кто хочет узнать, как это делается, загляните в описание. А микроскоп, если его можно так назвать, для телефона пришел в черном кожухе и со специальной прищепкой для смартфона. Сам микроскоп на эту прищепку прикручивается. Ну что ж, как я и говорил, нам понадобится смартфон. Берем и закрепляем микроскоп с помощью прищепки. Не нужно бояться, что прищепка поцарапает смартфон, потому что у него есть специальные прорезиненные наклейки. Ну, в принципе, и все. Наш микроскоп готов к действию. Вот здесь вы видите кожу моей руки. Да, забыл по бегункам и крутилочкам этого микроскопа. Первое — это регулировка зума от 60 до 100 раз. Ну, не знаю, но может быть. Вторая крутилка отвечает за фокус. Ну, а это on-off. Это включение и выключение дополнительной подсветки. Подсветка запитывается от трех маленьких батареечек, которые шли в комплекте. Кстати, ссылки на покупку этого микроскопа будут в описании. Ну что ж, ребят, давайте уж мы наконец-то что-нибудь промикроскопим с помощью этого гаджета. В этом видео мы посмотрим на муравья, на зеленого жучка и его друга коричневого жучка, на скатерть, на зеленый листочек, мохнатый зеленый листочек, на клубничку, а также глянем на мох, который рос на дереве. Дальше вы не услышите моих комментариев, я просто буду вам показывать то, что мне удалось посмотреть с близкого расстояния с помощью этого гаджета. Но мы посмотрим не только на все, что я вам только что сказал, но вы увидите и гораздо больше кадров различных приближений. Просто смотрим и наслаждаемся. Ну а с вами был Женя, как всегда. Всем удачи, всем пока.